Războiul din Ucraina îți aduce povești care te lasă fără cuvinte și te emoționează până la lacrimi. Printre bombardamente și civili uciși a făcut loc un miracol. O fetiță a supraviețuit în timpul atacului asupra teatrului din Mariupol, în care și-a pierdut ambii părinți și sora. Aceasta a fost salvată de bunicii ei. Они будут всю жизнь следить за тем, как ты будешь расти, как ты будешь жить. Что бы ты им хотела сказать сейчас? Чтобы они сейчас появились у меня перед глазами, я их видела. Bunica fetiței a povestit plângând drama prin care au trecut toți și cum a reușit să-și salveze nepoata din iad. Дети на втором этаже, мы как забегаем, а эта комната не один. Третий этаж на них упал. Я начала кричать, когда смотрю, это лезет. Вылезла она, еще соседская девочка. Я кричала, кричала, потом побежала вниз. Говорю, соседка, где ребята, иди за мной, надо что-то делать. А соседка побежала, прибегает, говорит, Валерьевна, их нету. Я говорю, как нету? Ну нету, все, их нету. Я говорю, как нету? Я побежала туда, там на них три этажа упало. Они готовили пищу. Они пищу готовили, как в этот момент. Все, кто находился там, там больше тысячи человек находилось, где-то 1200. Прямо в театре, да. Прямо на улице сбоку, с торца. Если на центральную дверь драмтеатра смотреть, то с правой стороны, с торца сбоку. Din teatrul din Mariupol au rămas doar lateralele clădirii. Clădirea servea de la începutul invaziei drept adăpost pentru peste 1000 de ucraineni. Почти не слышно сердце города стуки. Вы забрали оттуда живое. Запустив свои кровавые руки в мирный город, который...